Они сильные, смелые и не боятся опасности. Именно такими видят наших военнослужащих участники детского конкурса рисунков. Есть такая профессия – родину защищать. Сегодня конкурсантов собрали вместе для того, чтобы подвести итоги и вручить заслуженные награды. Наш клуб объявил конкурс еще в марте месяце. Конкурс детского рисунка – есть такая профессия – родину защищать. И мы не ожидали, что у нас будет столько много желающих ребят поучаствовать. У нас 18 работ, работы очень интересные, трогательные. В конкурсе от Самарского женского клуба «Вдохновение» приняли участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. В своих работах они постарались рассказать о бойцах, которые защищают нашу страну. «Вдохновение» искали в книгах, фильмах и, конечно же, в жизни. Один из участников конкурса, 8-летний Иван Разеев, решил нарисовать своего папу, военнослужащего. Его работа получила высокую оценку жюри и оказалась на первом месте. Рисунок. Как мой папа сапер защищает Донбасс. Он любит лепить, рисовать, поэтому это его. Если ребенку нравится рисовать, то нужно как бы помогать ему в этом. Я думаю, у него все получится. Каждый участник конкурса получил памятный подарок – книгу, набор юного художника, сладости. А те, кто заняли первое и второе места, стали обладателями сертификатов из магазина для творчества. Александра Гусева, Николай Сидоров. События.